класс профи выпускается в заднеприводном или полноприводном вариантах. Независимо от этого, машина имеет усиленную раму, оригинальный усиленный задний мост и оригинальную заднюю подвеску. Колеса в любом случае будут односкатные. УАЗ Профи оснащается только пятиступенчатой механической коробкой передач и только бензиновым мотором. Называется двигатель ZMZ Pro. При прежнем рабочем объеме 2,7 литра у него изменен выпускной коллектор, повышена степень сжатия, изменены фазы газораспределения. В итоге мощность выросла со 135 до 150 лошадиных сил. Задний номерной знак скрывает тайник. При необходимости отсек запирается на замочек. Веревочные фиксаторы тента не очень удобны. Но в целом, как грузовик, УАЗ Профи продуман хорошо. Например, у него есть специальная система фиксации полога. Его больше не придется закидывать наверх кузова, как делают многие газелисты. Достаточно подтянуть ремешками и зафиксировать на боковых стойках. Борта откидываются с трех сторон, а на заднем, к тому же, есть удобная подножка. На полу кузова нескользящая фанера, сверху на потолке прозрачные секторы, которые улучшают освещенность. Кроме того, есть выдвижные фиксаторы для груза. УАЗ Профи выпускается с обычной или двухрядной кабиной. Полноприводные профи в любом случае двухместные, а заднеприводные варианты вмещают трех человек. Передняя панель профи напоминает патриотовскую. Здесь тоже есть мультимедийная система с сенсорным экраном на платформе Android. Есть климатическая установка, обогрев зеркал, ветрового стекла, подогрев сидений и даже блокировка заднего дифференциала. Специально для профи на потолке закрепили консоль для документов, а на задней стенке кабины – крючочки для одежды. Профи уже продается, и цена на него от 749 тысяч рублей.